Это чей бандаж? Давай. Вот еще один. Бандаж снимает. Представляем спортсменов красного гуринга Никита Байков, город Ростов. Синий угол Мартин Шарипов, Санкт-Петербург. Никита Байков, 96 года рождения, представляет город Ростов, тренируется под руководством Карасева Игоря Викторовича. Thank you.
Спасибо. Мардон Шарипов, 1995 года рождения, 4 года занимается эскалатором. За время занятий проводит профессиональный бой, одержал победы, имеет технический разряд «Синяя перчатка», является победителем первенства Санкт-Петербурга, представляет спортивный клуб «Партнерс», тренер Александр Мартынов.
Готовятся иранцев Егименко. Приглашается 20-й парад Александр Никитин.